вот, проблем с ним. Все как положено. Слава нашему тебе, Слава, 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 Слава,
Ты свою славу претворил, если и в них дало, ведь не
святые молитвы, молился служащий тебе, священнейший, слава нашему тебе крепость, слава величайшему Тем, слава действующему на войске населения, державы российские архистратики, публики, мы любим сойти, Богородскую славу его, что же ты не высокопреосвященнейшем митрополите Феодоре и всей во Христе брати наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся, о Богу, хранимей стране нашей российской и спасение ее, о народе во всех и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призы и человеколюбчим, милостивым Твоим оком, на рабы Твоя, к Твоему благоутробию верою припадающую, и услышав моление их, благое намерение, и дело их благослови, и благополучно начати, и успешно без всякого препятия во славу Твою совершите, яко всесильному Царю молимтеся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Во всем поспешствуя, всем во благое, Господи, милостивной рабом Твоим, всем трудящимся, предстоящим и молящимся, споспешствуй, спаси, и во благополучное совершение дел их успешно произвести благослови. Молимтеся всем одним, Владыко, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ангелу Твоего, Хранителя, представи делу всему, благоветливе, Господи, и еже воспятите вся препятие видимых и невидимых врагов, поспеству же во всем по благополучному совершению дел сотвори. Молимтесь о преблагий спасе, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. По славу Твою вся творите, повелевай, Господи, рабом Твоим, о Твоей славе дело Свое начинающим, благословением Твоим, поспешство благополучное, с довольством к совершению подожди, здравие им, со благоденствием даруй, молимтеся, все даровиты творче, услыши и помилуй. Спасителю наш, упование всех концев земли, изучих в море далече, и милостью, милостью будем, Владыко, грехов наших, и помилуй, милостью Бой человека любит Бог еси, и Тебе славу посылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими усердное моление наше и благослови Твое намерение и дело раб Твоих, прежде благополучно начать и без препятствия всякого благословия Твоей совершите. Дело Тебе благо поспеши, и дело рук исправи, и в совершении силы и Пресвятаго Твоего Духа спешно произвести сотвори. Твоего есть и же миловать и спасательный Боже наш, и Тебе славу воссылаем за безначальный Твоим Отцем и Пресвятым и Благим, и животворящим Твоим Духом, да не присный во веки веков. Святая Богородице, спаси нас. Вознесшую, Тебе, Слави, 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 Слави
Святому Духу, имени Христа, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвы чистые Своей Матери, святославных всех хвальных апостолов, святославных и добропобедных мучеников, и подобных, и богоносных Отец наших, и живо святых Отца нашего Спиридона, епископа Дрифусского, чудотворца, святого праведного чуда, воина непобедимого, Святоправедного Алексея, Человека Божия, и тоже память не совершаем, святого благоверного, великого князя Александра Невского, священномученика Николая Пресвитера и же верхнем Внутове, и всех святых земли Волгоградской, мросиявших, помилуй да спасет нас, яко благ и человека любит. Благоденственное и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение подашь Господи, великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому и всея Руси, и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Феодору, митрополиту Волгоградскому и Камышинскому, с Богохранимой Его паствою, устроителем святые выставки сия, православной царицы, всем здесь предстоящим и молящимся о Тебе, и сохрани их на многое Отцы, дорогие братья и сестры,
Сердечно всех вас приветствую сегодняшним светлым днем и закрытием православной выставки «Царицын православный». Это особая площадка, на которой мы с вами встречаемся не только, чтобы продать или купить какие-то церковные вещи, отработать, необходимые нам для духовной жизни, для молитвы, для памятования о Боге, но это место нашего с вами общения. Сегодня век высоких технологий, мы больше погружены в мир виртуальный, нежели в мир реальный, больше общаемся с андроидом, нежели с человеком. И пусть это место, экспоцентр, который является местом сегодня нашего единения, где немногих регионов Российской Федерации, где немногих людей, различных социальных слоев населения, различного интеллектуального и духовного уровня, будет местом нашего единства. Здесь мы сможем с вами встречаться и обсуждать разные вопросы духовные. Здесь будут проходить различные площадки, в том числе литературного уровня, распространяться Евангелие, конечно, совершаться молебны перед мощами святителя и чудотворца Спиридона Ревифунского и иконой чтителя мощей святого праведного непобедимого воина Федора Ушакова. Это центр протяжения нашей с вами сегодняшней выставки. Святые мощи, святыни как центр нашей жизни. И мы сегодня обращаемся к ним, чтобы великие угодники Божии помогли нам в наших делах, в наших трудах, в нашей жизни, в наших заботах о нашей семье, о детях, о наших родителях. И пускай здесь каждый из нас найдет какую-то отдушину, какую-то радость своей жизни. Пускай эта выставка поможет лучше подготовиться к великому спасительному дню Пасхи, настроиться на мир духовный, на мир любви и единения. Всех вас с праздником, желаю помощи Божией и духовного покровительства наших святых, святителя Спиридона Ревифунского и Федора Ушакова. Спасибо, Господи Божий, всем благослови. Благословите. Слова приветствия произнесет священник Андрей Степанов, ведущий специалист издательского совета Русской Православной Церкви. Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка, позвольте передать приветствие от председателя издательского совета Русской Православной Церкви митрополита Калужского и Боровского Климента, по инициативе которого сегодняшнее событие становится общецерковным форумом, потому что в рамках этой выставки «Царицын православный» представлена экспозиция выставки форума «Радость слова». Это книжная экспозиция, которая несет посвящение, а в которой мы узнаем и о всех святынях, о всех святых, которые в нашей стране, в нашей церкви просияли, о вере Христовой, которая пришла к нам уже более 1000 лет от равноапостольного князя Владимира. И именно книга дает нам возможность сегодня чтить память предков, передавая из поколения в поколение тот опыт, на котором зиждется вся наша вера. Сегодня Русская Православная Церковь продолжает праздновать День Православной Книги по благословению Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла. И это сегодняшнее мероприятие дополняет окраску этого прекрасного события на общецерковном фоне. Мы надеемся, что сегодняшняя выставка даст возможность людям узнать новинки книжной культуры, истории, богословия, детскую литературу, чтобы люди действительно приходили сюда и могли духовно обогащаться. Не случайно по благословению патриарха Кирилла сюда прибыла частица мощей святителя Спиридона, потому что сегодня наша церковь переживает особые сложные времена, когда люди начинают заблуждаться в вероучениях, и мы вспоминаем, как святитель Спиридон своей простотой и своей духовной, внутренней энергией разрушил стереотипы Ария, разрушил стереотипы тех или тех кур и утвердил веру православную, взяв в руки простой кирпич, и из него изошла вода, огонь и остался в руке глина. И мы сегодня также просим святителя Спиридона в своих молитвах, чтобы он
каждому приходящему сюда на эту выставку, прикасающимся к его святыням, утвердил нас в вере православной. Мы верим, что сегодняшнее совместное мероприятие, сегодняшний форум даст новый толчок, новую возможность людям принять решение прийти к Богу, принять решение сделать шаг навстречу Богу. И с этой выставки мы надеемся, что люди, соприкоснувшись с этой радостью от общения с православием истинным, сможет действительно встретить Святое Христово Воскресение в нашей русской православной церкви. Мы благодарим вас, дорогой Владыка, за приглашение и за возможность сегодня выполнить благословение Святейшего Патриарха. Искренне надеемся, что и в будущем мы можем быть полезны в деле вашего просвещения на благо народа нашего, на благо церкви русской. Спасибо, Господи. Владыка, благословить вас, пригласить осмотреть нашу выставку. Такая возможность и ему, может быть, на следующий день бывает. Мы готовы к тому, что сотрудничать и сделать новые предложения по программе. Внимание уделить, внимание своей душе, своему сердцу, внутреннему миру. И многие находят возможность войти в храм Божий, молиться к Богу, пробегают мимо него. И, конечно, общение с духовным миром, со святыми, общение с Богом иногда выходит на второй план. Подобные мероприятия, как выставка церкви православной, позволяют мирскому человеку, не очень близкому к церкви, но душу тянущуюся к вере, к православию, приобщиться к святыне православного мира и благодати Святого Духа. Здесь было состояние Святейшего Патриарха Русского Святого Кирилла и при поддержке Китайского отдела Московской Патриархии открывает мощь святителя Чудотворца Спиридона Триумфовского, поучительнейший святой, участник Первого Вселенского Собора, чудотворец, столько чудес он совершил в своей жизни, сколько он помощи людям оказывает уже после своей праведной кончины, и, возможно, исчистить. Он почитается, он становился святым Николаем Чудотворцем, также именуется угодником Божьим. Мы верим, что его благодатное присутствие здесь скажется благоприятно на всех жителях земли Волгоградской, безусловно, всех участников, организаторов этого православного фестиваля, внесут в нашу семью, в наше общество, в наше государство мир, благополучие, взаимопонимание, те основы духовного нравства, на которых, в общем-то, выстраивается вся социальная и государственная жизнь. Мы как бы не жили богато и благополучно, если у нас не будет духовно-нравственные основы, то есть этот богатство будет там не на пользу, в конце концов, весь этот мир рухнет. Поэтому мы очень надеемся, что святитель Чудотворец Спиридон будет не только податель материальных благ, к которым часто обращаемся к нему, но и устроителем духовной нашей жизни. И всем участникам, безусловно, я желаю вот этого внутреннего устройства, которое мы сейчас переживаем священные дни Великого Поста, который предназначен для внутреннего созерцания, для исправления своей жизни и повышения. Спасибо большое. Давайте.
юноша, берите его наоборот. Сжимайте один все. Он скажет, что не так. Владыка Святой, будем с вами. Сейчас у нас накладка произошла, мы в туре открыли экспозицию большую. Если есть архив, нам пришлось разделиться. Поэтому сюда мы небольшую экспозицию послали. Но если вы благословите дальше сотрудничество, мы сможем, конечно, это все увеличить и расширить. Здесь у нас Мы таким образом сейчас действуем. У нас уже 10 лет проекта существует. И мы берем на реализацию разных абсолютно издательств, чтобы не пересекаться, делаем тематические стенды. Чтобы у нас была на каждую аудиторию, чтобы была именно та книга, которая нужна тому или иному. Это была и детская книжка, и для профессора, то есть богословия, какая-нибудь более научная, серьезная там, историческая издание. Вот. Поэтому тот свет. Обратите внимание, Святейшего. Две. Это сейчас есть последняя книга, которая вышла по этой серии, по Святейшему ПТР. Может быть, он просит проект в полном масштабе или что? Сейчас мы привезем вам. Вот есть еще дары. Хорошо. Мы будем стараться это делать, ну, действительно, на различные аудитории. Вот, а сейчас, ну, то есть, самое главное, интересно, самое главное, да, мы сейчас делаем, если это занимается именно популяризацией новых авторов, которых мы Святейшему ПТР предлагаем как лауреат Ряжской литературной премии. И ежегодно мы уже имеем вот этот сборник «Дорога к небу», в которых лауреаты за 18 год представлены в большом количестве. И каждый год новые лауреаты пополняют ряды наших достойных писателей, и мы их возим, привозим на выставки, проводим с ними встречи. Посвятительским таким мероприятиям, то дело, у нас происходит каждый день встречи с такими действительно достойными людьми, которые могут и с людьми пообщаться, и пользу действительно принести даже в колонии, и в военных учреждениях, и в разных, не на самой площадке, а вообще по всему городу можно это делать, и с педагогами, и с детьми, со школьниками. Вот. У нас сейчас вот очень хорошие взаимоотношения с президентом. Он поддерживает этот проект, даже финансово. Он дает нам грант, и у нас есть возможность даже до Дальнего Востока выезжать. Мы можем привозить действительно тех людей и открывать те двери, которые, ну, может быть, имеют какие-то сложности. То есть вузы, если письмо приходит от администрации нашей московской, да, то открывает нам двери. У нас есть действительно хорошая, если она возможность помочь нам в посвящении молодежи. Ну, поэтому будем тогда действительно готовить туда более серьезную, достойную программу с позиции. Мы очень рады, что сейчас смогли с вами вам в этой сегодняшней открытии участвовать, потому что действительно проект плотный, сложный. Вот, но с радостью будем полезны во всех ваших проектах. Надеюсь, что все. Это такой летний устроение. Вот это с молодежью, музыка. Так, что тут такое у нас при женском монастыре за юноши? Ну рассказывайте, чем вас промышляет. Вон там у нас послушница Вера раскрывается. Как самочувствие? Чего? Вес после не пьешь? Кветочку. Надо хотя бы достать одну пирожку из пакетика, чтобы был весь пакетик. Все, мы не так. Хотя бы сделать просто традиционную тарелочку. А там уже что-то. Давайте вот булочка кучу церковную такую, что у вас. Обязательно надо пробовать. Надеюсь, это пирожки есть, запробуй. Люди будут пробовать, будут покупать. Здесь есть такие посещения. Сейчас вот я как-нибудь.
Ладно, так, на секундочку, вот тут к благовониям. Благовония. Да, это наш постоянный участник с Нижнего Новгорода, но Нина, она сама рисует, и мы решили... Владыка, благословите, это дар вам. С вашей фотографией. Это она лично. Вот сейчас раз плачет. Примите, пожалуйста. На светлую Пасху. Похож. Спасибо, Господи. Может, он даже что-то раскрасил. Любовь Сергеевна. Любовь Сергеевна. Возле мощей пока сходишь, что протирай. Человека поставь, что стоишь, что мало ли что. Главное, чтобы не из этого, из кабалы. Молодежь надел. Молодежь надел. Распространяем литературу бесплатно и информируем молодежь о проекте. Записывайте молодежь. Интересно, что они написали. Вы рассказывайте, Игорь. Работаем уже 14 лет. 8 людей. Волгоградская область. Россия. Грузия. Святая Земля. Направление 50. Да. Едем автобусом. Сколько месяцев? Есть. Ну, мы начинаем с марта, поэтому в марте получается всего у нас 10 поездок. В марте 10 поездок. Да, а дальше уже идут. На распад. Сколько у вас сладости? Вот такой так резко. 20. Около 25. Вообще было. Спасибо. Это какой-то храм отца Евгения. Здесь постановили. Где-то тебе уже видел сегодня пятый раз. Дополнительная экспозиция у нас наших святыней, которые в нашем праве встретили. Третий маленький служб посередине. Ежедневно здесь. Проповедовать Пасху. Вот эта экспозиция, вот эта постоянная у нас. То есть, как раз приучен с мученической кончины, что Николая Попова, она будет вот, потом фестиваль. Наш отдел
общество «Моя кровинушка». Они занимаются поддержкой материнства. Вот, и тоже хотели попасть на прием, взять благословение. Они сейчас уже перерастают в полноценное общественное движение в сотрудничестве с нашим молодежным отделом. Вот, предлагаются брошюрки, вот, бесплатные раздачи. Очень важное дело занимаются. Ну, завязка еще. Есть у вас время? Это вам наша мать. Сергеевич, это мой иконочка. Ой, спасибо, Господи, спасибо, Ложи. Спасибо. А это учительница Мальская. Мать чудотворная, от всех болячек на свете. Всем возможно. Все. Понял. Даже спасибо. Онкологические исцеления. Сайса. И кто у нас так много такого? Потенюшка. Потенюшка? Да. Ты не грустишь у нас? Нет, душно стояли. Спасибо. Спасибо. Владыка святых, благословите. Ну, если уж мимо меня, то мой стоит. Тоже продается. Как торговка. Если не будет выручку хорошую делать, то придется продать. Вот Владыка. Ванна сделали. Такие одинокие стоят. Саша. Группа поддержки. Саша. Тут скидоначальник. Не заехал. Нет, мы вон напротив. Мы тут отдыхаем. Это у вас спонсор фестиваля православной поступки. Супермаркет Таша. Хорошо. Они готовить будут? Нет. Вдруг сейчас доложим. Экспозиция. Тоже немного будет. Брусочек, дай попробовать. Владыки? Нет. Да, попробуйте. Давайте вас дальше. Собрать его, Владыки. Калган. Все есть чайба. Это клюква такая у вас? Это клюквочка, попробуйте, откуда пожалуйста. Она? Коми Республика. Ты чувствуешь, что такие размеры, там, как комары такие? Нет, она расплющенная клюквочка. Если вы обратили внимание, она не целиком. Просто из-за того, что собрана под снегом, она лопается. Большая клюква, если вот эти. Нет, она мелкая, но она лопнула, и половиночками осталась. Расплющилась. Давайте беленький попробуем. Владыка, спасибо. Возьмите, пожалуйста, меда баночку. Ладно, давай попробуем, Николай. Вот и понимаю. Николай. Владыка, благословите. Держи. Владыка, благословите. Вот прямо 30 грибов. Да. Ничего. Тебе можно. С праздником всегда так было. Так вот, доставь. Вам не нравится? Бонус откуда? Нет. Вы дружите? Вы не ссоритесь? Да? Да. Да, вы интересы. Да. Потом-то миритесь, да? Самое главное, молодцы. Благословите, Владыка. Господь не благословит. Что вы помните? Что вы да, Из-за этого.
Не напирайте. Вот остановились, Владыка Сторонышко. Владыка. Подарить от нашей епархии вот из натурального дерева, где же выбрали вино масло. Горячее пользуется, потому что у нас основ всегда все воды. Еще хлебать можно из нее. Все, еще и горячую, и холодную. Чудный кот. Это вы можете, ну как благословиться, может быть, трапезную. Спасибо, себе. Господи. Такой чудный. Спасибо, Господи. Пускай вас радует. Примите. Благодарность. Да. Отсутствует ну, как поклон. Поклон Божий благословение. Да, помню его труды. Евгению. Евгений, это Крава. Как... Небольшой да, да, да. Где да. Вот на канале вот. Да.
из этого клокона травы выросил пятисот. Это яблоко. И положи, не знаю, куда вы его положили. Также предлагаем блюда постной кухни, чтобы верующих и только, может быть, желающие стать верующими, интересующиеся люди могли посмотреть, какие возможны продукты употреблять, в каком сочетании, что пост — это не грустное такое какое-то унылое действие, а, в общем-то, это радость, ну, в первую очередь, для души, для духа, но и для тела тоже, потому что тело, кушая постную пищу, оно становится легче, более способным к молитвенному деланию, вот, более способно, ну, к какой-то легкости и душевной также. И многие подходят и спрашивают рецепты. Мы, конечно, с удовольствием делимся этим рецептом, потому что в этом и для нас тоже радость, что мы не просто это предлагаем пищу, но можем как-то вот и помочь людям в их, в общем-то, поисках здорового постного питания. Мне кажется, когда человек нецерковленный приходит на выставку православную, то он уже погружается вот в эту атмосферу добра, радости. Он видит лица, которые не унылые, не мрачные, вот, не замкнутые, а расположенные к приходящим. Он слышит молитвы церковные, он что-то познает для себя, потому что здесь также и беседы различные проводятся. Может посмотреть какие-то интересные книги. И все, которые представляют какую-то свою продукцию, вот, книжные, иконы, вот, с радостью откликаются на различные вот просьбы и разные вопросы для себя может этот человек как бы задать и решить. Причем, если в храм ему еще, может быть, как-то, ну, может быть, тяжело, неудобно как-то зайти, то здесь он совершенно спокоен, может встретиться со священнослужителями, вот, просто с верующими. Как бы вот на такой площадке это очень удобно, очень, как бы, ну, можно сказать, даже легко задать какой-то вопрос, который, может, человека даже вот давно мучил, интересовал, может быть, вот, приобщиться вот, к православной культуре, самое главное. Но она также и через общение, в общем-то, передается. Конечно, это наше единение с разными городами, с разными храмами, монастырями. То есть это, наоборот, показывает единство нашей церкви православной. И это единство, и мы, конечно, сами чувствуем, но это видят и люди, просто приходящие, только приближающиеся, может быть, к православию. И как бы они воочию как бы убеждаются, что православная церковь – это не только какая-то, может быть, церковь местная, да, она в разных странах, в разных городах. Что-то для себя полезное приобрели, вот, в смысле познания, вот, познания веры. Но если человек еще, допустим, далек от веры, то хотя бы прикоснуться вот к этой радости, которую уже церковный человек испытывает во время поста, вот, во время общения друг с другом. Потому что вот это
это единство, которое здесь вот мы ощущаем, оно не просто какое-то формальное. Ты это чувствуешь вот через общую молитву, через общение с людьми. Просто даже когда проходит какой-то человек мимо и видишь радостное лицо, вот его улыбку, радость вот людей, она тоже как бы вот, ну, распространяется на всех. Удивление какое-то даже может быть. Это очень, конечно, приятно. Просто находиться вот в общении со всеми. Монастырь самый молодой в Симферопольской епархии. Нашему монастырю всего 8 лет. И монастырь находится в Бахчисарайском районе, это горная местность. И братья нашей обители собираем травы, горные травы, можжевеловые ягоды, там другие ягоды. И сами составляем сборы крымских трав. И лечебные, и чайные сборы. И с этими сборами мы и приехали в город Волгоград, чтобы представить именно продукцию производства нашего монастыря. Ну и ко всему прочему мы приехали, конечно, с иконой святителя Луки, с иконой преподобного Гавриила Ругибадзе, это святой грузинской церкви, да, вот, чтобы и жители города Волгограда имели возможность приложиться к этим святыням. Вы знаете, прекрасно, что проходят такие выставки в городах, в крупных городах, в метрополиях нашей Русской Православной Церкви, потому что люди зачастую в суете житейской не имеют возможности отвлечься, поехать в какой-то монастырь, в обитель, посетить тот или иной храм. А здесь, в одном месте практически, со всей России собраны представители храмов, монастырей, привезли свои святыни. И у людей такая прекрасная возможность приложиться, помолиться, подать требы, чтобы в этих обителях, древних обителях нашей Матушки Руси, совершались молитва о близких и сродниках. Ну и, конечно, хочется в преддверии праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, потому что эта выставка продлится до этого праздника вплоть, поздравить жителей Волгограда с такой возможностью и пожелать Божьей милости покрова Царицы Небесной. Сейчас монастырь восстанавливается.
да, я считаю, это безусловно нужно, надо делать, потому что люди из года в год приходят сюда, узнают, они чувствуют молитвы, которые исполняются, молятся за них. И не всегда есть возможность в ту же Челябинскую область к нам приехать. Так мы приезжаем к людям, несем свое слово, представляем свой монастырь. Безусловно, это нужно делать, потому что как же иначе? Все собираются в одном месте, это прекрасно, люди приходят, просвещаются. Поэтому считаю, что нужно это делать. Где-нибудь там пустите. Это как горочка, струечка, это ж как в меде должно быть. Делаю, я тоже ясен. Это вручную человек делает. По благословению митрополита Федора очередная выставка, которую многие верующие православные христиане ждали с нетерпением, вот, потому что 3 года у нас выпало, вот, а теперь выставки возобновились. Это площадка, где люди могут пообщаться, вот, познакомиться поближе с традициями православной культуры, познакомиться друг с другом, поделиться, может быть, каким-то опытом, посоветовать, может быть, какую книгу прочитать, с чем познакомиться интереснее, вот, и просто пообщаться на какие-то даже житейские темы. Наш храм Похвала Пресвятой Богородицы всегда на протяжении уже
6 лет участвует во всех православных выставках, ярмарках, как осенью, так и весной. Здесь люди могут познакомиться, как еще раз повторюсь, с нашей православной культурой, приложиться к святыням, которые представлены в центральной экспозиции, и экспозиции, которая привезена из храма Пресвятой Пресвятой Богородицы. Это тоже наша святыня Волгоградской земли, это ковчег Святой Мощей Матроны Московской, святаго Луки Крымского и Симферопольского, и святых мучеников Киприана и Устинии. Люди могут спросить благодатной помощи для себя, для своих близких, поучаствовать в молебных пениях, потому что здесь проходят молебны 3 раза в день, ежедневно, поэтому приглашаем всех поучаствовать в этих молебных пениях у святыни. Также люди могут приобрести для себя полезную литературу, какую-то утварь для своего дома, квартиры, может быть, икону, лампаду. Вот. И плюс здесь представлены еще продукты питания, такие как мед, грибы и остальное, все, что необходимо для, в принципе, и можно употреблять в пост. Поэтому всех приглашаю посетить эту выставку-ярмарку для духовного обогащения, для того, чтобы стать сопричастниками и вот этого вот благодатного общения и поближе познакомиться, еще раз повторюсь, с православной культурой. Даже больше скажу, что мне... Я в этом году защитил магистерскую диссертацию. Тема диссертации звучала так: «Образование Царицынской епархии и обновленческий раскол на территории Нижней Волги и Дона в 20-30-е годы 20-го столетия». Здесь как раз-таки представлены те епископы, владыки, которые начинали и возглавляли в тот или иной период нашу Царицынскую епархию. Наша епархия начала свое образование с июля 1919 года. До этого она была сначала полусамостоятельной, то есть был здесь викарный епископ, а до этого она входила в состав Саратовской епархии. Но с 1919 года июля наша Царицынская епархия получила статус самостоятельной епархии. Так вот, здесь представлены те архиереи, которые в тот или иной период временной возглавляли нашу Царицынскую митрополию. Также представлены те священники, которые активно продвигали наше православие даже в тот период, когда были гонения. После Октябрьской революции, как мы знаем, много священников было и репрессировано, и они многие пострадали за веру, но они не отказались от нее. Поэтому вот те священники, которые изображены в том числе на этой экспозиции, это те новомученики, исповедники наши. Вот, у нас получается в том числе столетие епархии в этом году, так как 1919 год является годом образования Царицынской епархии. Поэтому здесь в том числе и немного рассказывается о том, что вот, какие храмы были, что от храмов осталось, в том числе после Великой Отечественной войны, потому что, как мы знаем, что многие храмы были и в этот период разрушены. Поэтому здесь люди могут также познакомиться немного с основными моментами в истории нашей Царицынской, изначально потом Сталинградской, а теперь нынче Волгоградской епархии. Поэтому история написана уже, мы продолжатели той истории, которая закладывалась еще до нас. И я надеюсь, что каждый из нас постарается оставить положительный след в истории нашей Волгоградской епархии. Конечно, такие совместные мероприятия, они, во-первых, людей объединяют. То есть, как мы понимаем, что наша страна, она едина, и что братское общение даже с теми приходами, которые приезжают к нам из ближнего зарубежья, то украинская православная церковь, это
это Республика Беларусь и другие, получается, близлежащие страны. Вот, а они что-то подчеркивают из наших традиций, потому что в каждом регионе есть свои какие-то культурные пласты, которые они присущи тому или иному региону. Вот. Мы узнаем и для себя что-то познаем новое из тех традиций, которые у них в той области или в той местности, откуда прибыл тот или иной монастырь или храм. Поэтому это площадка, я повторюсь, которая, в принципе, нас всех объединяет. Мы все православные. Поэтому православие не заключается в какой-то именно вот стране, регионе. То есть это единая живая церковь, один живой организм, во главе которого стоит сам Христос. Thank you.